Начнем конфигурирование сделанной нами топологии. Итак, у нас в топологии добавлены две новых площадки. Сейчас мы должны сделать следующее. Мы должны сконфигурить линки между этими площадками, сконфигурить роутинг, основной роутинг на этих площадках. Плюс хочу заметить, что у нас площадка 42-го квартала состоит из двух частей, из, собственно, 42-го квартала и площадки общежитий. Площадки общежитий маршрутизируются с помощью маршрутизирующего коммутатора, коммутатора третьего уровня. Мы тут тоже должны внутренний роутинг настроить. Для простоты мы сделаем так, чтобы выход в интернет с обеих площадок проходил через роутер, находящийся на Донской. То есть трафик будет идти сначала на Донскую, а потом в интернет. Ну и это упростит нам постройку таблиц роутинга. Если вы посмотрите на схемы распределения IP-адресов, то увидите, что у нас для каждой площадки выделены блоки с префиксом 16. Соответственно, при маршрутизации мы будем задавать маршрутизацию на эти большие блоки. Это нам упростит таблицы маршрутизации. Итак, вначале мы должны доконфигурить switch провайдера. Значит, ситуация у нас следующая. Поскольку мы, когда конфигурили наши свечи на Донской, у нас один из свечей держал список всех вланов и распределял с помощью протокола ВТП по всем остальным свечам. Тут у нас нет такого свеча, не настроен протокол ВТП. Соответственно, мы должны на каждом свече прописывать нужные вланы. Ну, иначе работать не будет. Ну, во-первых, мы должны поднять порты. Вот у нас на четвертый и на третий порт приходят линки новые. Посмотрим текущий конфиг. Значит, на свечах у меня тут шрифты не меняются, поэтому мелковато, а на роутерах нормально работает. Это я обновился до 7.1, поэтому следите за тем, что написано в вашей методичке. Итак, Enable, Configure Terminal, интерфейс F03. Делаем его транковым. Аналогично делаем для интерфейса 4. И теперь сконфигурим нужные вланы. Влан 5. Name U42. Так, план 6. Name Сочи. Значит, и поднимем интерфейсы с этими вланами. Влан 5. Exit No Shutdown и VLAN 6 No Shutdown. RightMem Ctrl Z, RightMem. Все, мы сконфигурили наш коммутатор. Давайте посмотрим. Вот у нас VLANы, они подняты, и 4 первых
порта тоже подняты. Теперь займемся конфигурацией подключения линка на нашем свиче, на нашем коммутаторе, на нашем маршрутизаторе на Донской. Итак, нам нужно поднять пятый интерфейс с пятым валаном и с шестым валаном. Интерфейс conf-t. Интерфейс F015. Encapsulation. Пятый валан. IP. Адрес 10.128.255.1 с маской 252. Вот мы взяли такую маленькую маску. У нас получается 4 адреса в каждой сети. Ну, первый и последний адрес уходят. Первый на адрес сети, последний на адрес бродкаста. В результате остается у нас 2 адреса, то есть как раз это адреса на peer-to-peer соединение. Поменьше порезать сложнее, но в принципе можно, но достаточно сложно. Q42. Exit. И теперь шестой валан настраиваем. Интерфейс F016. Encapsulation. Шестой валан. Description Сочи. Адрес пятый. Это уже другая сеть совершенно. Ctrl-Z и записываем. Теперь сконфигурим на 42-м роутер. Итак, у нас тут интерфейс первый смотрит наружу, нулевой внутрь, и дополнительный первый нулевой интерфейс смотрит на маршрутизирующий коммутатор, которым подключаются общежития. Итак, интерфейс conf-t, интерфейс F01, мы поднимаем этот интерфейс, и сейчас мы только внешний интерфейс сконфигурим. По пятому VLAN-у у нас подключение идет. Encapsulation dot 1Q5. IP адрес 10.128.255.2 с маской 252. Description Донская. Ctrl-Z, right name. Ну, уже мы линк подняли, мы можем пропинговать линк 10.128.255.1. Вот у нас пропинговался.
Ну и то же самое делаем в Сочи. Мы тут поставили, как вы помните, маршрутизатор на ножке, на палочке такой маршрутизатор. Это для того, чтобы сэкономить интерфейсы. Мы предположили, что тут мы экономно поставили только с одним интерфейсом маршрутизатор. Итак, вначале коммутатор enable. Значит, у нас на 24-м интерфейсе подключен внешний провайдер, и на 23-м подключен наш маршрутизатор conf-t. Интерфейс F023Trunk. И 24-й тоже транк пошел. Ну и кроме того, добавим два влана. Влан 6. Один влан 6, да. Name Сочи. И интерфейс VLAN 6, no shutdown, right mem. Вот мы подключили нужные VLAN-ы, и теперь мы можем, собственно, настраивать маршрутизатор. Пароль Cisco. Итак, у нас один только интерфейс. Интерфейс F00. No shutdown. Подняли его. Интерфейс F00.6. encapsulation.q6 и IP адрес 10.128.255.6 с маской 255.252. Это на Донскую интерфейс. Ctrl Z Right Mem. Мы можем проверить пинг 10.128.255.5. Это на Донской маршрутизатор. Вот все, прошел пинг. То есть у нас линк сконфигурен. Три маршрутизатора могут каждый с друг другом взаимодействовать. Но, естественно, то, что внутри площадки, мы пока не видим. Итак, теперь проведем настройку маршрутизатора на 42-м квартале, чтобы подключить основную сеть и подключить сеть общежитий. Conf-t. Интерфейс F00. No shutdown. Интерфейс F0.0.201. Это у нас будет VLAN для основной сети. Мы, естественно, настраиваем только по одной сети.
если нужно, легко настроить остальные. Адрес задаем. Значит, у нас 10.129.16, это вся эта сеть. 255.255.255.0. Description Q42 main. И теперь у нас линк поднялся. Теперь мы поднимем вот этот линк для подключения маршрутизирующего коммутатора. Интерфейс F10202. Encapsulation. Дотку 202, IP адрес 10.129.1.1. Мы это сеть отдали под сеть устройств, то есть это менеджмент. RightMem записали. Значит, и теперь настраиваем данный коммутатор. Значит, у нас подключение тут идет по 24-му порту, и по первому порту подключаются непосредственно компьютеры. Conf-T, интерфейс F024, он транковый. Поднялся. Интерфейс F01, это к которому у нас компьютер подсоединен. Он Access. И когда у нас Access порт, у нас конкретный VLAN задается. Это 201 VLAN. Ну и вручную построим VLAN-ы. Когда приходится вручную задавать VLAN-ы, сразу понимаешь преимущество протокола VTP. Q42 main интерфейс VLAN 201. Мы на этот интерфейс можем повесить IP-адрес, но мы пока этим заниматься не будем, но принципиально это можно сделать. А сюда мы повесим конфигурацию. Итак, у нас gateway 10.129.0.1. А сам интерфейс 10.129.0.200.255.255.255.0. Ну и мы можем с него пропинговать. Пинг 10.129.0.1. Вот это наш маршрутизатор пингуется. Естественно, за пределы сети мы выйти не можем. Какой-нибудь вот так вот. Он не знает, как идти за пределы сети. Ну, нам, собственно, и пока не надо. Мы это не конфигурили.
И теперь подключим маршрутизирующий коммутатор. Это коммутатор только с функцией маршрутизации. Итак, у нас тут на 24-м порту, тут на гигабитном порту. Итак, интерфейс G01, он у нас транковый, но на маршрутизирующем коммутаторе мы должны задавать еще энкапсуляцию, так же как и на маршрутизаторе. Switchport trunk encapsulation .1Q. И только после этого мы задаем, что порт транковый. Ну и 24-й порт F024. Switchport trunk encapsulation .1Q. Switchport mode trunk. Ну и поскольку опять же у нас вланов нигде не хранится, мы должны прописать 202 влан name, Q42 exit interface vlan 202, и вот на него мы навесим IP-адрес для того, чтобы могли взаимодействовать два наших коммутационных устройства, то есть маршрутизатор и маршрутизирующий коммутатор. Так. Так. VLAN 202 и IP-адрес на него. IP-адрес 10.129.1.2.255.255.255.0. VLAN 301. Этот VLAN будет описывать сеть общежитий. Name hostel main. Интерфейс VLAN 301, no shutdown. И поскольку этот маршрутизирующий коммутатор будет роутером, маршрутизатором, гейтвеем по умолчанию, то на этот VLAN мы тоже вешаем адрес 10.129.125.255.255.255.0. Итак, посмотрим. У нас тут гигабитный Ethernet поднят, VLANы подняты, и линк 24-й у нас лежит, а тут у нас тоже. Давайте посмотрим. Конфиг. У нас интерфейс мы, наверное, забыли поднять.
интерфейс F1.0 no shutdown. Так, теперь у нас интерфейс поднят. С этой стороны он поднялся. Смотрим. Да. 201.0.202 поднят с адресом. С этой стороны поднят. Все, поднялось. Теперь мы можем пропинговать. Пинг 10.129.1.2. Пингуются. То есть вот они друг друга видят. Ну, и теперь мы должны сконфигурить коммутатор для подключения всех остальных компьютеров и подсетей. Итак, гигабитный у нас транковый. Conf-T. Интерфейс гигабитный. Транковый. Интерфейс первый. Это Exosport. Switchport mod access. Switchport access. VLAN 301. Ну и VLAN 301 пропишем. Собственно, тут он нам и нужен. Name. Hostel main. И интерфейс VLAN 301. Ctrl-Z. Ну, и теперь тут мы пропишем конфигурацию. Gateway у нас 10.129.128.1. Это наш маршрутизирующий коммутатор. 10.129.128.200.255. Ну и попробуем пропинговать. IP. Конфиг. Пинг 10.129.128.1 пингуется. А вот основной маршрутизатор с трех портала не пингуется. Ну, логично, мы еще роутинг не прописывали. Ну а теперь сконфигурим площадку в Сочи. Cisco. Ctrl-Shift-6. Конфигуры терминал. Интерфейс у нас один. F0.0. No shutdown. А мы его уже поднимали. И теперь на него вешаем дополнительно интерфейс 301. Интерфейс F0.0
301. Это внутренняя сеть. IP-адрес 10.130.01.255.255.255.0. Это у нас Сочи Main. Итак, и интерфейс 302 для соединения с коммутатором. Интерфейс F00302. Encapsulation 302. IP адрес 10.131.1. 10.131.1. Маску. Сочи менеджмент. Записываем. Write memory. Write memory. Ну и Cisco Enable. Поднимем нужные порты для этого коммутатора. У нас тут первый порт. На нем будет 301 VLAN. Тут у нас 24 порт. На нем Trunk будет. Ну и на 23 порту Trunk. Мы на 23-24 транк уже подняли. Осталось у нас на первом порту задать VLAN. Так, conft interface F01, switchport mod access, switchport access VLAN 301, VLAN 301 построим, name Sochi Main. И интерфейс сделаем VLAN 301 write mem. Ну и естественно этот компьютер настроим. У него gateway будет как gateway. Ну и теперь нам нужно сконфигурить роутинг. Роутинг делается крайне просто. Ну, давайте мы внутренний роутинг сделаем. Значит, роутинг на 42-й квартал через роутер 42-го квартала, роутинг Сочи через роутер Сочи. IP conft IP route 10.129.00. Вот это у нас большая сеть с префиксом 16.
через 10-128-255-2. А роутинг на 10-130-0-0-255-255-255-255-2-0-16 у нас идет тоже на 10-128-255-6. Записали, right memory. Пропингуем. Итак, теперь мы не только сеть 10-128-255 видим, но и сеть другие. Значит, 10-129-0-1. Видите, мы видим маршрутизатор наш и все его интерфейсы. Пожалуйста, мы увидели с нашего маршрутизатора все это. Так, с нашего лэптопа админского попробуем. Так, наш маршрутизатор Донской 10-128-01, любой интерфейс. 10-128-255-1. Это интерфейс внешний нашего 62. Опаньки, все. А мы не видим уже совершенно нашего роутера, который находится на 42-м квартале. А почему? Вся проблема в том, что мы-то сигнал направляем, вот он доходит сюда, а обратно непонятно, куда его отправлять. Этот роутер не знает ничего о внутренней сети Донской. Ну, мы трюк придумали, да, чтобы не расписывать подробно роутинг. Мы решили, что весь трафик интернетовский будет идти через маршрутизатор на Донской. Соответственно, мы напишем тут маршрут по умолчанию. Маршрут по умолчанию. IP-root. Так, conf-то не сделал. Так, IP-root. 0000 0000 это 0/0, это значит все адреса в интернете через 10-128-255-1. Итак, на наш админ вот и стали получать информацию. Даже можно теперь 129.01. Видим коммутатор, маршрутизатор весь. Ну и даже хост видим, который там находится. Аналогично сделаем и на маршрутизаторе в Сочи. Конфигурируй терминал. IP root. Маршрут по умолчанию. Пойдет через 10-128-255-5. Теперь нам нужно доделать маршрутизацию на 42-м квартале. То есть роутинг на сеть общежитий. Итак, добавим на нашем основном маршрутизаторе сеть. Так,
conf-t IP root 10.129.128.0.255.255.128.0. Эта сеть у нас идет через маршрутизирующий коммутатор 10.129.1.2. Вот теперь мы знаем, как из сети основного с 42-го квартала переходить на сеть общежитий. И теперь мы сконфигурим маршрутизирующий коммутатор enable. Значит, мы тут не зря ставили маршрутизирующий коммутатор для того, чтобы он маршрутизировал. Чтобы он маршрутизировал, нужно включить маршрутизацию IP роутинг. После этого он начал маршрутизировать. И зададим маршрут по умолчанию 10.129.1.1. Ну и теперь пропингуем. Сначала маршрутизирующий коммутатор 10.129.128.1. Пингует. Теперь маршрутизатор 42-го квартала пингует. А теперь 6200 мы пингуем наш лэптоп с администратором. Ну и в конце концов нам нужно поднять NAT, чтобы все выходили в интернет, и 42-й квартал, и Сочи. Ну, это вы помните, это делается очень просто. Конфигуры терминал, интерфейс F015 мы inside NAT, inside 6 NAT inside, и в access list extended NAT и NET. Q42 это у нас мы разрешим нашим хостам, которые мы там сделали, полный доступ. Хост 10.129.0.200 any 129.128 any и ремарк Сочи IP хост 10.130.0.200 any Ctrl Z right man. Давайте посмотрим. Ну, вот отсюда. Вот у нас наш Яндекс, скажем. Адрес у нас 192.0.2.11. Пропингуем 192.0.2.11.
Так, так. Заработало. Теперь наши площадки связаны друг с другом и имеют выход в интернет. Собственно, то, чего мы и хотели добиться.